Здравствуйте, с вами канал «Вкусный огород Барнаул». С некоторым запозданием в этом сезоне, наконец-то, к концу июля, начали поспевать кабачки и патиссоны. Вот такие симпатичные патиссончики уже выросли. Можно срезать. Такого размера они очень нежные, очень вкусные. Это один сорт оранжевых патиссонов. Здесь еще патиссоны белые. Вот они. Тоже есть уже первые плодики. И их можно резать. Ничего, что они такие маленькие, зато они очень вкусные. Потом они нарастут в очень большом количестве. Их можно не резать. А вот с кабачками я немножечко просмотрел. Можно было бы даже сорвать и пораньше первые плодики. Вот такой плодик уже один вырос. Ну, в принципе, не очень большой. Можно было бы, конечно, срезать его и пораньше. Вот таким, например. Сейчас эти плодики будут срезаны и использованы для еды. В любом случае, молодые кабачки, они очень вкусные и хорошо их использовать. Потом уже, в самом конце, будут оставлено некоторое количество плодов для зимнего хранения. Те можно подержать подольше, чтобы они поспели полностью. Остальные кабачки есть смысл срывать, когда они маленькие. Сантиметров 20, ну максимум 30. Затягиваться этим не надо. Это сорт кабачков цукини. Очень хорошие, вкусные кабачки. Использовал свои семена. К счастью, переопыления не было. И кабачки выросли хорошие. Завязи очень много. Вот здесь еще уже поспевают плодики. Самое главное, не просмотреть, чтобы они не переспели. Надо срывать их вовремя. В этом случае они повкуснее. Так что первый урожай кабачков, можно сказать, что состоялся. Немножко позже в этом сезоне, но в целом кабачков много, растут хорошо. Первым делом отправляю плодики купаться. Водичка в баке чистая, артезианская, поэтому очень хорошо здесь отмывать овощи от грязи. Вот такие симпатичные плодики. Вот это кабачок цукини Аэронавт. Выращивал из своих семян. Очень хороший сорт, очень вкусный. Ну, немного, может быть, передержал вот этот плодик. Надо было пораньше сорвать, вот как этот. Но страшного в этом ничего нет. Вот этот большой плодик будет пущен на заморозку, будет порезан и заморожен. Часть кабачков замораживаю. А этот, он нежный, молоденький. Его хорошо использовать для овощного рагу. Куда пойдут и вот эти вот симпатичные патиссончики. Здесь два сорта патиссонов. Это вот эти патиссоны сорта белый. Очень хороший сорт, выращиваю его не один год. А вот этот сорт патиссонов пробую впервые. Это сорт солнышко. Ну, видно, что он очень красивый, действительно, как солнышко. Яркого желтого цвета. Ну, надеюсь, и вкус будет у него тоже замечательный. Тоже сорвал несколько плодиков. Вот такие вот очень хорошие плодики. Очень люблю патиссоны. Часть тоже можно заморозить. Ну, а часть, конечно, использовать в свежем виде очень хорошо. Сейчас в огороде все есть. Есть и помидоры, есть и лук, кабачки, патиссоны. Зелени всякой очень много, так что овощное рагу должно получиться на славу. Что и будет сделано, наверное, сегодня. Вот такой первый урожай кабачков, патиссонов состоялся. И с ними все в порядке. Чего я пожелаю всем огородникам: выращивать кабачки и патиссоны тоже, получать хорошие урожаи, кушать их с удовольствием. И поскольку они очень полезные, набираться здоровья. Замечательное растение кабачок. Вкусное, полезное, неприхотливое, урожайное. Всем всего самого доброго. До свидания.